అపరోగాదిగ్రస్తానాం ప్రజానాం ఆర్తినాశకం ధన్వంతరి సమం వైద్యం కృష్ణం వందే జగద్గురుం శ్రీకృష్ణార్యతనుజాతం ధన్వంతరి సమప్రభం వరాహమిహిరాచార్యం సర్వరోగహరం భజే. So what will we do? We'll continue with the therapy or we'll change our topic. Так что мы будем делать? Мы будем продолжать немного про те препараты, которые используются при проблемах с месячными, или мы поменяем тему? We will change. Yes. Ilona wants to know maybe some short portrait of psychic of each of the most used medicines. Most used so psychic psychic mental symptoms. Okay. Yes. Okay. Хорошо. Я попросила немножко по-другому, Илона. Я попросила, чтобы он... А, точно, ты же понимаешь. Чтобы нам рассказали препараты, которые необходимо иметь в аптечке. Нет, это очень большая... Это очень много раз нам давали эту тему. Я сама сегодня вечером вам дам эту тему. Хорошо? Я в прошлый раз давала коротенькую лекцию. Вот что нужно иметь как первую помощь. Ну, просто не... Нечестно Ананту спрашивать в 15-й раз, чтобы он нам дал эту тему. Как-то нечестно. У нас много ее раз давали. Много раз ее давали. Давай. Okay. Света said, so first aid kit, but I said that you repeated it at least 7 times. Maybe in the evening I will give. Short, yes, short summary. It will be better because it is unfair toward you to ask you to tell it for the eighth time. Yeah. So we'll try to get an introduction. Да. Небольшое введение в психические болезни. So we have to know what is normal before going into that. I'm sorry. Прежде чем приступить, мы должны узнать, в чем есть норма психического состояния. So, today let us... Русская классика, над кем смеетесь? Да? Над собой смеетесь? Let us understand in children today. Mm-hmm. Today, let us understand the mental disorders yes, appearing yes. in children. In children. Давайте начнем с детей и как у них проявляются вот эти вот, ну, первые отклонения от ментального здоровья. So normally. Дети написано на доске. The normal child is always joyful. Нормальный ребенок всегда радостный, playing, играющий, gentle, мягкий, приятный. Only cries when it is disturbed. И плачет только когда действительно есть причина. Yeah, the cycle of sleep. Food. У него нормальные циклы сна, еды, stool, urination. Стул хороший и вовремя, мочеиспускание нормальное. Little frequent than adults. Чуть-чуть чаще, чем у взрослых, конечно. But normal, without any difficulty. Но без проблем, без трудностей. So, well-formed,
Also, stool yeah, is well formed. И стул оформленный. Yeah, well formed, yeah. And also light, light. Yeah, it is light weight, enough. Weight according to the age. I mean stool is light enough. Yeah, light it is enough. More on the surface of water. Normally. И обычно у детей, вот плавающие, я извиняюсь, какашки, это норма. У взрослых не очень. А у детей он легкий, стул легкий. Настолько полно переваривается, что там... No. We are dealing with mind. Но мы вернемся, давайте к голове все-таки. К голове все-таки вернемся. Да. So, when we find children who are not... who have some abnormalities in their behavior, then we can consider as there is something to adjust in their psychic faculty. И когда мы видим отклонение от этого психического состояния, когда вот, которое мы назвали, тогда мы думаем уже о том, что что-то нуждается в корректировке. So, there are two sides. И здесь можно выделить два аспекта, две стороны. Imbecility, retention or restlessness. С одной стороны, такое, как бы, замедление, imbecility, замедление реакции, How we call it? Знаете слово имбецил? Вот это от слова imbecility. Ну, то есть небольшое, как бы, тупость. Dwarf. Кто-нибудь скажите, пожалуйста, dwarf, что это такое? В этом, посмотрите, я забыла слово, как переводится. Ну, то есть, одно не слишком выраженное психические, ну, то есть, одно снижение психических проявлений, а второе чрезмерное. На другой стороне, поэтому это раздражение, раздражительность и беспокойство. То есть, на одной стороне немножко такая туповатая заторможенность, а на другой стороне раздражительность и беспокойство. Dwarf, you mean a little bit lowering of mental expression. Mental faculty will be? Yeah, low. Dwarf. Yes, yes. Это не про карликов, это про то, что сниженное ментальное проявление. Ну, то есть, такая туповатая заторможенность. Ну, то есть, крайняя степень – это слабоумие и имбецил, да. Но это же имеет градации. То есть, ребенок либо слишком заторможенный и никак не выражает свои там, либо он слишком раздражительный. Это две стороны одной медали, вы же понимаете, да? Понятно, Нина, не смотри на меня так непонимающе. Говори, какой вопрос? Это не обязательно гиперактивность, она по-разному может проявляться. Here comes hyperactive. И, гиперактивности на этой стороне, там, где раздражительность, беспокойство, нестабильность, на этой же стороне будет гиперактивность, на этой же стороне жестокость и агрессивность, anger and aggressive, it is all... Irritation. То есть агрессия, ярость, гнев, это все можно назвать раздражительностью, потому что разные степени раздражительности, то есть если просто раздражительность, а если там сильная раздражительность, то он уже начинает колотить кого-нибудь, это агрессия, да, и так далее. То есть это все из одной оперы слова. Why, how there is possibility of these kinds of disorders in children? Почему вообще такое у ребенка может быть? Of course, according to homeopathy, the
First cause is always inherited miasms. И он же маленький еще, то есть, в общем-то, откуда берется. В большей части это наследственные миазмы. Unnecessary. Те миазмы, которые он от родителей приобрел. Unnecessary and excessive use of medicines during pregnancy. Также это может быть необходимое и слишком большое использование аллопатических препаратов во время беременности. Vitamins are also here, yes? Yes, unnecessarily. Unnecessarily, да. И, например, вот очень важный вопрос, у нас часто говорят, чуть забеременела, принимайте фолиевую кислоту, принимайте там кальций, принимайте еще что-то. Это все тоже относится к необходимому. For example, in India. На всякий случай. In India. Это все вредно. Every pregnant woman, they will prescribe calcium and iron. Yes, yes. Например, в Индии каждой женщине, когда она забеременела и пришла на осмотр, ей сразу прописывают железо и кальций. Only витамины с железом и с кальцием. Only supplement should give when there is deficiency. Мы, конечно, во время беременности можем принимать какие-то добавки. Если есть конкретный дефицит чего-то, это возможно. If, for example, if calcium is given in excess, there will be abnormal increase in the size of the baby, and it will be difficult during labor. Но если мы просто каждый первый даем эти витамины, то, например, и кальций, если его слишком много принимать, то плод будет очень большой. Это создаст проблемы с родами. And also the mother who takes this calcium supplement without need, she becomes obese. И также сама мать, если она принимает без всякой надобности этот кальций, без дефицита, она тоже набирает вес. Она становится, у нее начинается ожирение. Sometimes after delivery, also the obesity of the mother cannot be cured, even by exercise, dieting or medication. И такие женщины обычно после того, как уже родят, им очень трудно сбросить этот вес, какие бы они упражнения ни делали, какие бы там диеты ни назначали, они вот так жирными и остаются. So in those cases, instead of giving this calcium supplement, it is in homeopathic Shuzla Sat, it is always recommended to give Calcarea phosphoricum. И если уж очень хочется витаминов, то шуслеровские соли, они гораздо лучше всех витаминных добавок. И если не хватает кальция, лучше давать шуслеровскую соль Calcarea phosphorica. Because it controls both, it acts both in a deficiency and also excess of calcium. Потому что особенностью шуслеровских солей, соответствующих любому дефициту, является то, что они никогда ничего не, как любая гомеопатия, никогда ничего не увеличивают и не уменьшают. Они приводят к норме. То есть, если не хватает, то они приводят к норме, увеличивая кальций. Если избыток, то они приводят к норме, уменьшая кальций. This is not only about pregnant. Also, in normal life, if you have some deficiency, it's very good to think. But we are dealing with children. Yes, for sure, yes. Because discussing about Calcarea phos, Master E.K., when he is discussing about this, he said that it is always better to give Calcarea phos than giving this raw calcium. Yes. И Master E.K. много раз подчеркивала вообще, что для всех людей, не только для беременных. Если недостаток кальция, допустим, или переизбыток, нужно давать Calcarea phosphorica, потому что это гораздо лучше, чем любая кальциевая добавка. То же самое с анемией, с феррумом фосфориком, мы говорили об этом. А? После переломов нужно. Also in if you have break of the bone, it is very good also. Yes. To heal. Yes, yes. Да, конечно, это ускоряет заживление очень сильно. Если перелом, то Calcarea phosphorica первый выбор. In fractures, first you have to correct the fracture.
Yes. Mechanically, and then mechanically, so you should give. Но сначала, если со смещением перелом, конечно, нужно сначала поставить все кости, зафиксировать, только потом. Иначе они срастутся неправильно, очень быстро тоже. If we do not take that care, yes, there will be wrong fusion and restriction of movements. Да. So in fractures, we also use another remedy. In fracture? Yeah. Арника? No. No? Ah, you mean symphytum? Symphytum. I forgot about it, yes. Еще, it is also to heal. Fusion of broken bones. Для сращения. Для сращения костей также можно использовать симфитум. Generally we give in 6 hour mother tincture. Daily dose. Который мы даем как ежедневную дозу 6D, ну то есть 6X, или в материнской настойке даем симфитум. So also Master E.K. recommended first 3 months after giving birth, first 3 months, if the child is given calcarea first D6 as a daily dose, it prevents many of the epidemics and many of the viral diseases. И мастер Ике даже советовал первые 3 месяца вообще каждому ребенку ежедневно давать этот калькариофосфорику для того, чтобы предупреждения всяких желудочных болей или каких-то простуд, для предупреждения, то есть как повышение иммунитета. As to strengthen immunity, yes? Yes, yes. Для повышения иммунитета. And also the growth will be in uniform nature. И также рост будет очень, ну то есть ребенок будет расти хорошо и очень, ну, стабильно, правильно. Калькария, не калиум. Не калиум, алька калькария написано же. Калиум с К начинается, калькария с Си. Калькария фосфорика. Исправьте, пожалуйста, если кто-то написал калий фосфорикум, это другая соль. Калькария – это кальциум. В наших аптеках он называется фосфат кальция или кальциум фосфорикум. Кальций. Соль кальция, фосфат кальция. Also in children who are recurrently suffering with coryza and fevers, after giving the indicated remedy, you can put also this calcarea fos. И часто болеющим детям, после того, как вы дали основной препарат, вам тоже хорошо назначать как вспомогательная калькария фосфорика. Она тоже помогает выздороветь быстро. Да, yeah, D6 is enough. Да. Can I make us one? Yes. Because in our country, this exists as Schussler salt and same as trituration. And same made also with dilutions. We should know the process of trituration. Yeah, yeah. That's why I want to tell that we need triturated. Yes. Because it is a different thing. Смотрите, очень важную вещь сейчас вам скажу. Сама не сразу ее поняла. Очень важно, чтобы эти соли были в тритурации. То есть готовятся путем перетирания многократного, а не путем разведения. В чем разница? Те, которые путем разведения, они в горошинах. В горошинах это гомеопатический препарат. А шуслеровская соль, она в тритурации, она либо в таблетках, либо в порошке. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, когда мы говорим о шуслеровских солях, это либо таблетки, либо порошки. Если они в горошках, то это не то, что нам нужно. И это нехорошо повторять каждый день. Они по-другому действуют. А для русских скажу, что он... Everything is ripe. Falling down. Falling down because ripe. Okay. Слышно? Ага. Хорошо.
Для русских говорю, у нас есть фирма Natura Pharma, которая стала делать таблетки на германском производстве. Есть фирма Гомеофарм, которая делает в порошках. Только их покупать, потому что вот так называемые шуслеровские соли в горошках делают фитосинтекс, это не шуслеровские соли. Гомеофарм тоже делает либо в порошках, либо в горошках. Нужно прийти в аптеку и сказать, мне нужен порошок, если гомеофарм. Либо заказывать Natura Pharma, но там цена просто в 6-7 раз выше, чем здесь, поэтому лучше отсюда везти, если что. Окей. And then there is another very important cause for the disturbances of mind in children is the behavior of parents during pregnancy. И также причинами вот этих вот отклонений в ментальном поведении, в поведении точнее, и в ментальном состоянии детей может быть настроение и поведение родителей во время беременности. Especially mother. Особенно мать действует, ну, в смысле, особенно настроение поведения матери действует на состояние плода и на его дальнейшую жизнь и поведение. Because only the movements we can observe in the fetus after sixth month, no? Потому что, смотрите, а мы первое движение ребенка можем фиксировать только на шестом месяце, на пятом, шестом. Before that, the mind of the mind and behavior of the mother directly have an effect on the mind. Но даже до этого поведение, мысли и настроение матери очень сильно влияют на плод. Here, when we come to imbecility, обратимся к первому аспекту, который вот недовыраженность ментального поведения. Ну, imbecility просто я не перевожу как слабоумие, потому что это очень сильный перевод. Имеется в виду любая такая заторможенность. Давайте заторможенность. After birth, the child is very slow in talking, walking, etc. Например, после того, как ребенок родился, он очень медленно начинает там развиваться, говорить медленно, позже, ходить позже. Dentition also later. Dentition comes in physical. Dentition. Okay, yes. This sure. Here sure. They are late learners. But you said that walking it is also physical. Yeah, walking, learning. He cannot learn. Okay. Я сказала еще зубы, но зубы, говорят, это физическое проявление. Я говорю, почему хождение не физическое? Потому что хождение, там может быть физическая проблема, а может быть ментальная. Медленно учится ходить. И там разные препараты. Если хождение из-за слабости костей, это один препарат. Из-за того, что медленно учится, это другой препарат. Weak in learning. То есть в данном случае мы говорим о медленном обучении. So physically everything is okay when we see the baby, but still he cannot recognize. Ну, то есть физически вроде нормальный ребенок, а ну он там что-то не узнает, кого-то не узнает. Есть какие-то проявления замедленного ментального развития? Slow, very slow in learning things. Очень медленно обучается. Also, when the baby is growing, he is very late in learning to walk, talk. And also, when we send him to school, he cannot understand anything. И такой ребенок, когда он идет там в школу, ну или в детском саду их начинают чему-нибудь уже обучать, да, он очень медленно обучается, то есть он потом плохо учится, если у него вот такое замедленное развитие восприятия. It is not due to laziness. И это не от того, что он ленив. Because it is due to weak in learning.
Просто от того, что он слаб в обучении. Laziness ментальная we have, слабость. Laziness we have many other remedies. Интеллектуальная слабость. Other subject. Да, but потому here... что лень это совсем другая тема, и там тоже много разных препаратов. So generally we have this, he has a very idiotic face because his natural expressions are also... И лицо такого ребенка обычно отражает его вот эту вот, ну, слабость интеллекта. То есть он немножко идиотически выглядит. So all the natural reactions become slow. И все его естественные реакции тоже медленными становятся. Generally in such cases we have remedies like Beretta carb. И вот в этом случае один из главных препаратов Beretta карбоника. Ну, то есть он не один из главных, его часто приходится назначать, потому что вот эта слабость интеллекта, замедленное развитие, это недостаточное развитие, замедленное развитие, это Beretta карбоника. Также это может быть буфорана. In Zincomet we have two extreme different different expressions. У цинкума металликума. One is extremely restless and with chorea. Есть разные проявления. Один ребенок цинкума металликума может быть очень беспокойный. Fidgety. Involuntary movements. У него могут быть непроизвольные движения. Мы говорили о них вчера. Подергивания всякие. And there is absolute loss of any movement. Или наоборот, абсолютная неподвижность такое. Generally it is not due to weakness of learning, but it is due to extreme weakness, inability to express. И это обычно не из-за слабости ума, а из-за крайней слабости, когда он даже шевелиться не может. Еще один препарат опиум. In 90% of the cases in our practice, the Beretta carb only have shown much progress with this Beretta carb. В нашей практике в 90 случаях из 100 мы используем Beretta карбонику в случае такого вот замедления развития. So the when we send our children to school, he goes to school and come back. If we ask them what teacher has said, he has a very blank face. He cannot. Ой, нельзя смеяться над этим. И это те дети, которые идут в школу, потом они приходят домой. И ты спрашиваешь: ну, сынок, чему тебя там учили? И он так зависает так. А вот скажи сама. Нет, нет, скажи сама, какое разведение. Есть правило. What is dilution she is asking? I said, just you tell, because you know the law. Just a minute, let her tell. Давай, говори. Because you are senior now. Кто помнит принцип? Нет, правило какое? Not less than 1000. На физическом уровне одни разведения, на ментальном другие. Какие низкие, какие... Вот. Начиная с 200. In this, beginning from 200. 200 is okay, but if we know this the case, it is better to give 1000. Но еще лучше тысячную. Ну, то есть, мы помним общее правило. У нас на физическом уровне работают низкие разведения. Они больше работают на физическом уровне. Это не значит, что совсем не работают, но больше гораздо. А более высокие разведения работают больше на ментальном уровне. И начинается это ментальное воздействие с 200. Но если мы уверены в препарате, можно сразу тысячную дать. The teacher punishes, mother punishes, everyone punishes. Learn, but his brain has no capability of learning. Да, и бывает такое, что
Учителя орут на бедного ребенка, мать наказывает, что он не учится, отец наказывает, что он не учится, кричит на него. Но у него просто нет способности, он не лентяй, он просто недоразвитый. Поэтому, чем кричать, лучше дать бариту карбонику 1М. Yeah, he wants to learn, he makes hard work. In some people, they are genuine. They done all the hard work, they write 100 times. Очень многие из них очень старательные на самом деле. Они все пишут, они стараются, они делают все, что от них зависит. Они сидят там попой, высиживают часы, чтобы выучиться. But still, when he closes the book and asks, everything is blank. Там одна ехидная девушка. Намекает, что всем нам неплохо бы принять барит карбонику. There is another wonderful fellow. He knows everything. Потому что долго сидим и ничего не помним. There is another wonderful fellow. Yeah. He knows everything. He can explain everything. But once he goes to examination, once he reads the question paper, everything is blank. Есть другой такой парень хороший. Он вообще очень умный. Он все знает, все помнит. Но когда он приходит на экзамен или ему нужно выступить где-нибудь, он так after coming home, открывает рот и понимает, что у него там табула раза в голове. Все стирается. Ничего не может вспомнить. After coming home, he can remember everything and he can reproduce everything. Когда он возвращается со своей двойкой домой, он вспоминает все до слова. Here he cannot explain or reproduce anything. He can reproduce. Он может объяснить все, что угодно, но когда он оказывается на экзамене, с ним это повторяется. What is it? Argentum nitricum. Yes, argentum nitricum. Argentum nitricum. Это этот чудесный парень. Like also can be like this, but after he starts talking, then he remembers. Once he waits for 5 minutes. And he starts, then he writes wonderfully. Mm-hmm. Lycopodium is also yes. similar. Но если ему все-таки взять себя в руки, подождать 5 минут, отдышаться, успокоиться, то он может все-таки вспомнить. И у лейкоподиума тоже есть такое. Лейкоподиум, он тоже... He's very nervous. Да, аргентум нитрикум очень нервный товарищ. The carbonica, it does not penetrate his brain. While writing, he goes on writing mechanically, but nothing goes to his mind here. This is better to go. Ты сказал, что нам нужно принять? Да. Он не понял тебя. Он сказал, что ответил тебе так, что он все учит, все старается, но в его все это проходит мимо его интеллекта. She is telling that they all of them needs one dose. That needs practice. Да. Yeah, that is something that comes into other remedy because you have to go and do the same thing, repeat. Да. Practice. Короче, не валите на спальной головы на здоровую, сказал Анантоя, и не надо сваливать все на бариту карбонику, что вам ее не дали. Потому что кроме того, что в классе посидели, послушали, нужно еще кое-что самим сделать. There is another... Прийти, почитать, повторить и прочее. Так что вам нужен препарат от мнения, wonderful... а не от слабости. There is another wonderful fellow. He has enormous knowledge. He can tell anything, but he does not do anything. Это другой препарат. Он очень-очень головастый такой. Он все понимает. Он может сделать все, что угодно, но он ничего не будет делать просто. Сальвар. He says wonderful. He gives a wonderful lecture. Это сульфур. Лона кричит: «О, мой любимый!» Ну, потому что мы ей давали несколько раз. He explains everybody wonderfully about
how a bath can refresh the body and how can it give energy and how fresh they will feel, but he never takes bath for months. Сульфур, он такой, этот, очень большой теоретик, он вам расскажет, насколько полезно принимает душ, насколько это освежает и ум, и тело, и все что угодно, но самого его в душ затащить, это целый квест. If you ask him, why you are not taking bath? Если вы его спросите, а ты чего тогда душ не принимаешь? Then he says, my soul is pure, it is not necessary for me. Тогда он вам выкатит целую философию, например, скажет, у меня настолько чистая душа, что мое тело не нуждается в очищении. That is, he has a nickname, ragged philosopher. Да. Его называют классики драным философом. Ну, как задрипанный философ. Но потому что он еще и выглядит так немножко. Can I add two words about self? Yes. Смотрите, еще можно узнать сульфур, ему очень трудно что-либо выкидывать. И если ему говоришь, нужно вот это выкинуть, это выкинуть, это выкинуть, он ему не важные вещи кажутся очень важными. То есть такой тамас очень сильный. Нет, он прямо тебе будет говорить, что да. И это женщина, которая надевает, например, платье бабушки, и ей кажется, ну, какие-нибудь бабушки на кринолины, и ей кажется, что она выглядит просто шикарно. So, in Bharatagar, he is very timid, and to see or talk or look at to new people. Да. Бариту Карпонику можно узнать по ее очень большой робости. И она стесняется все время. Она очень робеет перед незнакомыми людьми. Там, если вот в семью кто-то зашел, она обязательно там спрячется, забьется в какой-нибудь угол, будет все делать для того, чтобы избежать любого общения. If new people come to house, he goes inside and lock himself. He does not come out. Успел уже сказать. Если новый человек приходит в дом, то он куда-нибудь запрется, там, he always likes to, и носа не будет высовывать. Even in elders, they become adults. Always they want to play with small children. Да. Или во второе, так называемое второе детство, это тоже препарат для второго детства. Когда старики, они предпочитают со своими там внуками все время играть. Они играют как прям вот как сами внуки. То есть на них смотришь, они как маленькие дети. It is not for refreshment, but their mind is like. И это не от того, что им хочется, ну как-то вот ребенку понравится или еще что-то, потому что они действительно наслаждаются, у них потому что ум становится как у маленького ребенка. Это называется второе детство, но у стариков. Their mental frequency это always. Это можно видеть. They always, their mental faculty, he will be tuned with only with children. Нет, пока ты можешь и со взрослыми тоже быть в сонастройке, это не Барита Кармоника, а именно вот второе детство, когда тебе, ты прямо, он на самом деле вот может только с детьми, потому что он, его ум, он возвращается в детское состояние. Ему интересно только с ними. All of us, we play with children, but we do not identify as with children. Каждый из нас может играть с ребенком, но мы играем всегда с позиции взрослого человека. Мы не можем идентифицировать себя с маленьким человеком. Если мы с ними играем так же, как они, там, игрушка, ну, вы же знаете, как дети играют. На полном серьезе там начинают игрушку отнимать. Но мы взрослые по-другому играют. Ну, понятно же. Это не мы про сульфур говорим. Мы не про сульфур говорим, а про Барит Карбонику. Скромная и робкая у нас Барит Карбоника, а не сульфур. Сульфур вообще не скромный и не робкий. Ни разу. Он наоборот, самый большой философ в мире. Он тебе все объяснит. Догонит, еще раз объяснит. Подведет философскую базу под любую свою ерунду, которую будет рассказывать. And we often see the Bharatagar elderly people, they always like to feed the children, small children. And while feeding, they eat
in between from that ball. Борит карбонику еще можно узнать не только по играм со своими там маленькими внуками и все такое. А если они их будут кормить, особенно чем-нибудь вкусненьким, они по ходу будут их себе забрасывать. Ну, ну то есть они одну ложку ему, одну ложку. Но хочется же, он как маленький, да. Они как маленькие становятся. Это второе детство называется. Когда мы говорим же, что в старости человек немножко, да, возвращается в детство. Okay. It is like second childhood. Yes. Yes. Always it is childhood. Yes, yes. Вот для таких стариков, кстати, чаще у мужчин это бывает. Женщины более ответственны, видимо. So очень хорошо дворит карбонику дать. Don't we get confused, because during our spiritual classes, they will teach you should be childlike, not childish. This is childish, that is childlike. Пожалуйста, не путайте. Во время наших духовных классов нам часто повторяют, или даже в Библии сказано, будьте как дети, и вашим будет Царствие Небесное, да? Это не про это. Борит карбоник — это про другое. Это не про то, не будьте как дети, а про будьте, если ты ребячлив как ребенок. Ну, если он ребячлив становится, он сам становится как, ну, как будто... Детскость. Немножко... Ну, в общем, это все равно ментальное отклонение. Не от того, что он играет с детьми, а от того, что он играет с детьми как ребенок. So these children also are affected with every change in weather. They get coryza. И ребенок борит карбоники еще будет иметь частые простуды, любое там смена погоды, еще что-чуть очень легко простужается. Ear problems. Проблемы с ушами у него могут быть. Throat tonsils, problems. Tonsils. Swelling of glands. У него могут быть отечные гланды. Mumps, tonsillitis. И свинка может у него быть, тонзиллит. Ну, то есть все, что связано с железами. То есть железы у него склонны к воспалению и к раздуванию. Swelling of a single or multiple glands. То есть отечность в единственной какой-нибудь железе, ну, часто лимфатической, либо во множественных. Лимфатические узлы отекают, либо миндалины. Это все железы. То есть железистая ткань, она имеет отношение к борите карбонике. А им удаляют миндалины. К сожалению. And this child is often removed, so his tonsils are removed. Yeah, many times, not only this. Unfortunately, yes. If child is getting 3 or more times with this tonsillitis and fever, they remove tonsils. Because when the infection comes, the tonsils protect, they will take infection and they protect the lungs and the important organs. Yes. If we remove the tonsils, then it goes directly into the lungs. Yeah. Ну и это все, к сожалению, потому что если он, да, действительно, пока несколько раз тонзиллиты, ангины, и ребенку обычно удаляют миндалины, но это глупо, потому что это главный наш страж здоровья, который находится на входе. И когда мы удаляем миндалины, то инфекция напрямую спускается ниже по воздушным путям. Because always master легкие. Master E.K. used to say, if they do not know in the modern science, in the 19th century, if they do not know the usage of any part of the body, they think it is useless. Мастер E.K. любил повторять, что если медицина не знает, для чего именно какие-то органы существуют, то она считает их бесполезными. Like appendix. Like appendix. Yes. Appendix, yes. So because if they open for removing gallbladder or something else, if they have done surgery to abdomen, generally the doctors to appendicitis. They say this is free. Because it may come in the future, that's why we are doing.
What you said? I didn't understand. If the doctors are doing any other surgery in the abdomen, yes. Ah, they do appendicitis cutting. Also. Okay. Ну да, в Индии было прям практика такой. Если какую-то полостную операцию делают, ну заодно, что раз уж мы там, отчекрыжим и аппендикс. Now is less, I think. Now even official medicine is less, but it is still common. Я говорю, сейчас все-таки меньше этого, даже в Индии. Он говорит, все равно случается. If the person comes with ulcer, generally they will do appendicectomy also. Например, человек приходит с какой-нибудь язвой там в кишечнике, ему открывают живот, ну, на всякий случай. Аппендикс тоже отрежем. Luckily, nowadays the endoscopic surgery was developed. Or keyhole surgery developed. Да, сейчас развита эндоскопическая медицина, лапароскопические операции. So in Bufo also the у буфорана. Буфорана. Это лягушка такая ужасная, ядовитая. Какая-то из Южной Америки, по-моему. The child is learned very weak in learning. У буфорана тоже такой, такая особенность, что ребенок очень медленно учится. Замедленная способность к обучению. They have always сниженная способность. Excessive salivation when we see. У буфорана мы увидим избыточную саливацию. Слюни текут все время. In Barrettogar Bui, see idiotic face. У Барретто Карбоникома, знаете, вот такой полуоткрытые губы такие, расслабленные. In немножко Bufo, идиотское выражение лица. In Bufo we see awkward face. Awkward. Awkward. А у буфорана такое, ну, какое-то неловкое лицо. Ну, как бы, в общем, for example, when we не, are не saying совсем, да, посмотрите, пожалуйста, awkward, начинается, awkward. When we see a Barrettogar face, it will be вот это Барретто Карбоника показала нам то. Ну, я показывала вам, немножко приоткрытый рот такой. When we see a Bufo, he has reluctant to everyone and everything. Bufo, it is making some grimaces, yes? Awkward, we see, not pleasant. Ah, okay. A, A-K? K, W-A-R-D. A-R-D. A-K? A- W-A-R-D. Такое брезгливое, в общем-то, ему все не нравится. Ну, то есть это такое неуклюжее, это немножко не то, понимаешь? Как на лягушку посмотрел, да. Ну, здесь просто не то слово использовала она, то что делать. Awkward – это неуклюжее, но неуклюжего лица не бывает. Поэтому я думала, может, еще какие-то есть переводы. Лицо, которое не выражает симпатию, а все наоборот, которое выражает, ну, ему все не нравится. He has much irritable tendency than Barrettogar. И он более раздражительный, чем Барретто Карбоника. Барретто Карбоника не раздражительный. It is there only when he is forced repeatedly to do something, only he hurts himself or lock himself in Barrettogar. That is his irritability. In Barrettogar, he hurts himself or locks himself when he is anger. Mm-hmm. But in Bufo, he injures others during anger. That is difference. Mm-hmm. Разница между Барретто Карбоником и Буфо в том, что Буфо, если он там что-то ему не так, он сам себя закроет, а Буфо рано он больше к другим. Да. А Буфо больше на других будет это все, да, выливать. When he is forced to do something. If they are not forced, they are. Если его заставляют что-нибудь делать. То есть he will lock you. I don't understand.
No. Before Rano, if forced, then he will lock you. Then when the patient is forced to do something repeatedly, the Bharatakar person hurts himself or locks himself, while Bufo patient hurts others. Or even block others. Lock others. В общем, можно запомнить так. Если Барита Карбоника, если ее там, ну, ей что-то не нравится или ее заставляют что-то делать, она либо себе приносит какой-то, наносит какой-то вред, ну, либо себя закрывает, ну, в смысле, закрывается от всех, сбегает. А Буфарана, если к ней, на его начинаешь сильно доставать, тогда он либо тебя будет обижать, либо скорее тебя закроет, чем себя, чтобы не приставал. Более раздражительной. В Барита Карбонике нет раздражительности, а в Буфарана есть раздражительность. And another thing we can observe is that child always puts his own hands on genitals. И у Буфарана очень много он играет со своими половыми органами. У него рука всегда туда тянется. У более взрослых анонизм очень сильный у Буфарана. Our mammary glands, who is carrying him? Always he has his hands on the mother when she brings the child, his hands is always on her mammary glands. Да. И этот ребенок очень много там теребит грудь мамину. Ну, то есть у него вот это нездоровая как бы сексуальность прям вот совсем крохотного возраста и дальше. So this we can observe. While writing case, we have to note this. И мы должны смотреть на все это, когда пишем. И должны спрашивать маму, кстати, это очень важно, спрашивать ночью, где ребенок держит свои руки. Because we are talking with parents, always the mother is explaining about his symptoms. Always she is removing his hand and again he is putting. This is continuous process. Да. И вот ребенок Буфарана, легко его узнать, мамаша принесла его на руках, она что-то рассказывает, она все время отбрасывает эту руку, потому что он все время лезет в груди рукой. So the breath is always offensive. А у него зловонный... Ой, господи, да, зловонное дыхание. Зловонное дыхание, да. In children also we see an instinct to masturbate in Buford. Даже у детей, у совсем маленьких, у Буфарана мы видим, что у ребенка есть тенденция к мастурбации. It is not natural. Это не натурально. Ну, в смысле, это неестественно. Когда ребенок уже совсем маленький, пытается там что-то там себе доставлять удовольствие. Recently in our dispensary we have a child of about 9 or 10 years. Недавно к нам в диспансер обратился ребенок где-то 8-9 лет. So whenever he has free time, he is going on his bed and sleeping and trying to do masturbation. Он все время, когда хочет там, ну, когда у него ничем не занят, он бежит, ложится в постель и начинает мастурбировать. So, we have seen other symptoms also. He's also this weak in learning things. Он, ну, мы и другие симптомы, конечно, увидели Буфарана, потому что он тоже медленно учится. We have given Bufo. Дали ему Буфарана. Much betterment even in 1 month. He's very well. Уже через месяц очень сильное улучшение было. Yes, 1 M. 1 M дали Буфарана. So after that, within one month, he is okay. He is playing normally. И через месяц мы уже видели, что он нормально играет с другими детьми, не пытается поскорее уединиться и там, в общем. If we punish him, it is no use. И надо понимать, что таким детям, если им там, ну, их наказывать за это начнешь, это совершенно бесполезно. If we punish him too muchly, then he becomes secretive. Да, потому что если мы начнем ему объяснять, что нельзя так делать, там, и наказывать его, тогда он просто будет это делать тогда, когда мы не видим.
Also in adults, due to this excessive masturbation, their mind becomes very, very weak. И нужно понимать, что если взрослый человек, или подросший, там, подросток, если очень много мастурбирует, то, ну, слабоумие постепенно развивается. Here in children, ум становится очень слабым. Here in children, the mind is weak. And then we are giving this. In Bupharana, it is in both sides. The up to a certain age, he is normal in learning. But after adolescence, yes, then he goes on this habit of excessive masturbation. Yeah. Then his mental faculty slowly, yeah, they will be decreasing. Decreasing. Mm-hmm. То есть Бхуфарана, он хорош в обоих случаях. Если у нас немножко отсталый ребенок со склонностью к мастурбации, тогда мы даем Бхуфарана. Также мы даем Бхуфарана, когда нормально развивался ребенок, все было хорошо, но там, допустим, в каком-то возрасте он начал много анонировать, и потом у него развивается из-за этого слабоумие. Тоже мы можем дать Бхуфарана, и обе проблемы уйдут. Ну, то есть... In opium. Потом. У опиума. Generally, the cause is from fear. А проблемы обычно возникают после того, как ребенок испытал очень сильный страх. If it is not a normal delivery. Да, если он очень сильный. Then during cesarean or during extraction with forceps, the child may feel intense fear. Yes. But he cannot express. И это вот очень ценную вещь сейчас говорит Ананда Кришна. Мы можем не помнить об этом страхе, но это может быть даже кесарево сечение, потому что когда ребенок рождается через кесарево сечение, мы не можем себе представить, какой у него он страх сильнейший испытывает, да? Вот. Или если это, допустим, щипцы накладывали, да, если ребенок плохо идет, ну, там эти, в общем, не знаю, в каком случае щипцы накладывают. Когда никак не может ребенок выйти, бывает такое, да? Вытаскивают щипцами, и это ужас для ребенка, и это может быть потом развиться вот состояние утома. Or if the mother has given excessive dose of anesthesia during pregnancy. Или если большую слишком дозу анестезии мама получила во время во время родов. Can it be if mom in the first month of pregnancy is thinking if to leave it this child or to go for this abortion? If as now artificial abortions are very very it is criminal. Very often, I mean, if first month. Many moms they are telling like that. I'm asking for example, what was the pregnancy? What were your thoughts? And they are telling that she was not sure that she will leave it or go for artificial abortion. Yeah. Is can it also provoke this provokes. big fear? Yes, fear. And yeah, да. Я спросила, может ли вот это, ну, последствия страха быть, если мама на первых месяцах беременности думала вот оставить или родить. Yes. Потому что мы знаем, что половина у нас так думает в первые месяцы беременности. We witnessed a case also, because well, when we are studying, when we are under training by Dr. EVM Acharya, once a child was brought, they вот came пример from, из практики мастера EVM Буджи. They came from America. К нам привели ребенка, они приехали из Америки. So already the child was about 5 or 6 years. Ребенку где-то 5-6 лет уже было. So he has absolutely no faculty of mind. He cannot eat, understand. Or recognize anyone. И этот ребенок был совершенно отсталым. Он не мог никого узнать, он не мог сам есть, он не мог разговаривать. То есть, ну, абсолютная отсталость. They have used allopathies, also homeopathy.
И они использовали как аллопатию, так и гомеопатию. They have given Baritacarb and many other remedies. Ему давали баритокарбонику и и много других препаратов. Then he inquired about if they have any intercourse during pregnancy. И тогда родители спросили, маму спросили, а что-нибудь делали во время беременности? Ну, то есть, что вы делали во время беременности, спросили. So, mother said, up to 3 months we do not know it is pregnancy, then we have that. But after knowing that, we never did it. You mean intercourse? Yes. Mm. Да, вопрос был не такой. Занимались ли вы сексом во время беременности? И они сказали, до 3 месяцев мы не знали про беременность, и поэтому занимались всем. А после того, как мы узнали, мы уже ничего такого не делали. Then we never thought of pregnancy, and we do not want also at that time. At that time they do not want to have a child. И в то время, на самом деле, это была неожиданная и не очень приятная для них новость, что она беременна, потому что они не планировали этой беременности и не хотели этого ребенка. But somehow they decided to let it. Но все-таки решили оставить его. And she have no interest. У нее не было вот этого вот, она не мечтала стать матерью, пока была беременна. And also she has some mental depressions during pregnancy. Ну и была у нее депрессивное состояние, потому что это не согласовалось, видимо, с ее планами. And during 8th or 9th month of pregnancy, her husband had a major accident. Her husband met with a major accident. И также, когда она была на 7-м или 8-м месяце, ее муж попал в автомобильную катастрофу. And she had much shock and fear at that time. И она испытала огромный шок и очень боялась за его здоровье. After that she had. И после этого вот родился этот бедный ребенок, который до 5 лет никак не развивался. So after birth also, since days baby, he used to start during sleep. During sleep. Ага. И они еще рассказали, что во время сна он очень сильно вздрагивает. Like from fear, yes? Yes. То есть вздрагивает, как будто ему страшно очень. And then later everything was slow. He could not walk when he was carried by his mother, I think. Вздрагивал он, когда совсем был младенцем, а потом вот начались все эти проблемы, то есть он не ходил, не разговаривал, ничего. And with all this, и вместе, на основании всех этих симптомов, had given only one dose. Ему была дана только одна доза. Опиум 10 тысяч. Опиум 10 м. Опиум 10 тысяч. Then he asked to report after 1 month. И попросили, чтобы они через месяц рассказали об изменениях. So after 1 month, the child is seeing when he is called by others. И через месяц он стал отзываться, когда его кто-то звал, он отзывался на зов. Until that time, he does not even see. They do not know whether he is hearing properly or not also. А до этого не было никакой реакции на любое окликание. Он вообще никак не реагировал. Они даже не знали вообще, он может слышать или нет. Он слышит их или нет. So after 3 months, he started to hold things in his hand. И через 3 месяца он стал вещи к себе тянуть. В смысле, как какие-то. Да. Hold. Hold. То hold. Hold. Да, держать, извините, да, не тянуть, а держать что-то в руках стал. Then after 1 year, he started smiling and playing. И через год он стал улыбаться и играть. So, no, only one dose. Одна доза только была, больше не по. So, after 1.5 year, he started to talk. И через 1.5 года он заговорил. So he started talking after 6 years.
То есть он начал говорить в 6 лет, в 6-летнем возрасте. Then after 2 years he could able to walk without support. А через 2 года он уже ходил без поддержки. Only one dose. Одна доза продолжал действовать. Then after 3.5 years he was perfectly all right and. А через 3.5 года это был нормальный ребенок. Doctor EVM Acharya said it is enough. He will be okay. И доктор Буджи сказал, что все теперь уже все с ним будет хорошо. So in between he had fevers. Ну и в промежутке между этими 3.5 лет он заболевал. Fevers, coryza, etc. Всякими простудами, насморками и прочее. But even then, in this case, in this particular case, he maintained on fuzeless salts. Но в этом конкретном случае он никогда ничего не давал как основную дозу, давал только шустлеровские соли. Because there is no life danger during Потому any acute condition. Потому что эти состояния они не были опасны для жизни. So holding on one drug is an art that is. Ой, this is I can confirm. И это искусство не давать что-то другое, пока препарат работает, это целое искусство, потому so, что. He mastered this drug, so he has much confident that he will be okay, no problem. И если, ну да, если пациент очень сильно доверяет доктору, то это нормально. Но пока идет улучшение, он работает. Это очень легко. Пока улучшения продолжаются, препарат работает. So in bracket he wrote tuberculum. Maybe in future, if he has any abnormalities, then a dose may be needed tuberculin. И в дальнейшем, если у него какие-то серьезные нарушения проявятся, то, возможно, ему нужна будет доза туберкулинума. But I don't know. He's already, he's never back. Но он больше никогда не возвращался к нам, поэтому, наверное, все с ним хорошо. Maybe now he may be some software engineer or something. What? Now he may be a software engineer or something. He's working somewhere. Сейчас он уже взрослый, наверное, где-нибудь работает. Да, да, очень здорово. Вот это вот ждать от себя могу добавить. Это очень сложно, потому что, особенно что касается детей, потому что ты испытываешь все время сильнейшее давление со стороны родителей. Даже невозможно представить, какое. Они просто тебе названивают, написывают, всякие ужасы рассказывают, и это очень тяжело выдержать. So his command is familiarity. Нет, они сами очень напуганные. Они уже приходят напуганными. This command and familiarity, friendship with the drug, it is needed to doctors. It's needed. Needed for doctors. We should have a friendly relation with remedies also. We could Мы должны подружиться со всеми этими препаратами, потому что они как люди, мы должны с ними подружиться. Я правильно перевела? Вроде. I understand because. Giving such a potency in childhood is a challenge. Потому что дать такую потенцию в детстве это большой вызов. And remaining on that for years together. Оставаться на ней в течение многих лет это еще больше вызов. So it is EVM Acharya legend. Ну это Буджи. Буджи это Буджи. Да. Also, you have to be sure yes. that some grandma doesn't give to this child a lot of chocolates, etc., etc., and cacao, and because there are so many cases when parents want to treat, and grandparents are telling, so it is nonsense, it is placebo, and this poor child that they are with grandparents only, and Mom is telling, please don't give any chocolates, don't give cacao. Yeah. As soon as the door is closed, this grandma. Yeah. Знаете? Yeah. Поняли, But что here in this case, all of the family members are worried about him. Yes, but because
Because the child is nothing. Yes. So it is such a child suffering. Is absolutely still. Absolutely still. Yes, for sure. They went to hundreds of doctors yes, before. Yes. So it is good for homeopath. Я сказала, что еще с чем сталкиваются гомеопаты. Допустим, родители или наоборот бабушки, или наоборот тетя какая-нибудь хотят лечить гомеопатию, потому что видят, что аллопатия не помогает. И они, значит, идут к гомеопату, гомеопат прописывает, говорит, нельзя мяту, нельзя там чай, нельзя какао, нельзя шоколадки. И вот и бабушка, а ребенок больной, его не в детском саду не держит, его у бабушки держит. Вот мама бежит на работу, ребенка, значит, бабуля, вот, не, смотри, не давай ей шоколад. Бабуля считает, что гомеопатия – это плацебо, это всякая фигня, ерунда. Вот, мама за дверь, бабушка все шоколадное, запить какао, как будто специально, знаете, вот все сталкиваются. Маша. А? Master, Master EK always want to, always used to say in classes that before taking him for cremation, as a last chance they will bring the patient to Master EK. Я говорю, но в этом случае, Ананта все сказала, что я вам сказала. Ананта говорит, конечно, да, но в этом случае, говорит, ребенок лежит как бревно, не разговаривает, не ест, ничего не может. И я говорю, обычно ребенка приносят после там сотен консультаций у этих, у аллопатов, как последний шанс. И вот они принесли, естественно, уже они доверяют. Да, и Ананта говорит, мастер обычно говорил, ну к нам обычно пациент попадает, как последняя попытка перед кремацией. Давайте еще гомеопатию попробуем, прежде чем кремировать. И вот тогда обычно уже они не рыпаются. Тогда обычно следуют твоим предписаниям. So recently a person was brought to us. He is suffering with cancer. Recently, недавно к нам привели пациента, у которого был рак. Then we asked, what is the cause and previous history? И мы спросили, в чем причина, какая была предыдущая история. Then the patient narrated that she had cancer, she had surgery, she had chemotherapy, radiotherapy, and after everything was done, then the doctor said, we have done everything. And now you can go to homeopath. И она рассказала, что у нее обнаружили рак, ей сделали операцию, ей сделали химиотерапию, ей сделали радиотерапию лучевую. Вот. А после чего ее посмотрели доктора и сказали, ну, все, мы больше ничего не можем сделать, может, вы к гомеопату обратитесь. So still it is better, because we can give better palliation. Да, но все равно это хорошо, что она к нам обратилась, потому что паллиативное лечение гомеопатическое, оно лучше все-таки, чем все остальное. So another... Это хотя бы паллиативное лечение, чем все остальное. When the mental dwarfness is there, when we know the history of the parents, they suffered with physical disease of syphilis. Mm-hmm. When it is suppressed, after that they got pregnancy. And they have child like this, then we can give syphilinum. Mm-hmm. Usually nobody tells about this, in fact. Если вот такое состояние у ребенка, и мы узнаем, что в истории, там, у родителей или у старшего поколения был когда-то сифилис, это значит, что был подавленный сифилис, подавленная аллопатия, тогда ему нужно дать сифилинум, потому что у него третичный или вторичный сифилис у этого ребенка, который проявляется уже только на уровне мозга, не на уровне тела. Сифилинум. Если у родителей в истории был сифилис, или у более старшего поколения в истории был сифилис, и он лечился аллопатически, ну, неизбежно лечился аллопатически, потому что если он не лечился, то человек был. And if there is much... Which dilution she is asking? 200. Start with 200. It is надо начать с двухсотки.
Or intercurrently, if the other remedies are indicated, intercurrently if we know there is suppression of syphilitic syphilis disease physically in the parents, then intercurrently if we give syphilinum, then the drug which you have given acts more. Или мы можем использовать сифилином как интеркурент, это значит промежуточный препарат. Если мы знаем, если мы лечим ребенка другим препаратом, показанным по совокупности симптомов, мы и в какой-то момент узнали, что у родителей там или где-то в старших поколениях был сифилис, а тогда мы между приемами основного препарата даем как интеркурент, и это делает более эффективным наше назначение. Ну, то есть более эффективным назначенный препарат. Он лучше начинает работать. And then also when the treatment comes to a certain extent and it is not progressing, yes. If we know this history, we give a dose of syphilinum. From that moment, the already given drug starts to work. We even can not to repeat, yes? No need to repeat. No need to repeat, okay. Или такая ситуация, что вот мы лечим каким-то препаратом, и в какой-то момент у нас застревает лечение на одном уровне, ничего не происходит, вот. И, допустим, мы знаем, что в истории что-то такое было с сифилисом, а мы даем тоже как интеркурент, и тогда тот препарат основной, который мы уже дали, он начинает действовать после сифилинома. Он начинает действовать. So once a child was brought to us, his age is about 12 years. Однажды к нам привели ребенка, ему было где-то 12 лет. With imbecility. А у него было слабоумие. They had many treatments and they came to one of the dispensaries in other city. До прихода к гомеопатам он подвергался очень многим, его очень много лечили аллопатически, и потом он в один из наших диспансеров, и они послали его в наш диспансер сюда. Then we have seen the history already, all the known drugs are given. И мы увидели, что в истории, в общем-то, все, что положено вот, по совокупности симптомов, он уже получил. All the nosodes are given. И также получал назоды. Then I decided to take case one more time by myself. И я решил сам взять кейс, сам сделать опрос новый, по новой. Then started inquiring from the beginning. И начать лечение с самого начала. Then I came to know that in the 9th month of pregnancy, her husband died suddenly in an accident. И я узнала, что на 9-м месяце она потеряла мужа, который умер там в какой-то в аварии, да. She wept for days with depression. И она испытывала после его смерти сильнейшую депрессию, рыдала целыми днями. Because she was so dependent, he is so helpful to her. Потому что она очень сильно от него зависела, он очень был хорошим мужем, сильно ей помогал, а она тут осталась одна, и в общем так. Then she was given acid fast and many things. By basing on that, I have prescribed Staphysagria 1000 CH to that child. Основываясь на этой истории, Ананто прописал ей стафизагрию. Which advance? 1000. 1M. 1000. 1M. 1M. Then, у ребенка было слабоумие. Because he had a part of mind from mother. Mm-hmm. Maybe this is due to suppression of feelings. He has this mental dwarfism. Uh-huh. И я рассуждал так, что ребенок, он очень многое берет на себя из того, что он испытывал во время состояния беременности у матери. И я подумал, что вот мать, которая пережила такой удар, и потом ребенок сильно подавлял свои чувства, и ребенок тоже подавлял свои... Ну, то есть он расценил это как подавление чувств,
So after, и дал стафизагрию. After one month, his mother said, we are seeing little bit change. И через месяц мать сказала, что у нас есть кое-какие изменения. Then after 2.5 months, he was okay and he started playing, learning. Через 2.5 месяца он начал играть, и, ну, вообще лучше намного было. Playing memory game. Playing? Memory game. Memory games. А, memory games. И стал играть в игры, которые требуют, ну, вот, как бы, повторять запоминания, да. So, да, игры на развитие памяти, вот, молодец. So, да. After that, the case became stable there. И после этого кейс, ну, стал нормальным. His reasoning was not improving. Reasoning. То есть застрял. После этого кейс застрял на одном, да, на одном уровне, и он все еще продолжал быть немножечко таким слабоумным. Then we have repeated one more dose. И тогда мы дали еще одну дозу стафизагрия 1. And after 1 month, he started again betterment. И через месяц снова стало лучше. Then slowly, after 6 months, he started to understand the lessons in the school. И где-то в течение 6 месяцев вот улучшения продолжались, и он стал уже понимать, что ему там в школе объясняют. Понимание улучшилось. And then, after 1 year, again it became stable. И через год опять у него застряло улучшение на одном уровне. We have repeated it, but there is no use. Повторили стафизагрию 1М, но безрезультатно. Then I thought of giving 10,000, but I gave sulfur 31 dose. Sulfur 30? Sulfur 30. 30. Но я подумывала о том, чтобы увеличить потенцию, но вместо этого я дал сульфур 30-ку, как интеркурент. Then the progress was good. И тогда the same drug working. И больше ничего не повторял, и стафизагрия продолжала после этого работать и становилась лучше. He was normal now. He is appearing for 10th class now. И сейчас он учится в 10 классе, нормально учится, у него все нормально, все хорошо. So because if we the assessment of the drug, we have to come. What is the real reason why he is suffering? Потому что когда мы оцениваем кейс, нам нужно всегда понять историю и причину того заболевания, которое развилось. So in progress думать о причине. In progress of case, we have to see for the complementary remedies, because if we give baratacarb, then we have to remember we should not give calcareacarb to him because he is. Yes, yes. И мы должны помнить вот что. Мы должны помнить взаимоотношения между препаратами. Вот. И если мы уже ему дали, допустим, бариту карбонику, то никакая калькария дальше не может быть ему дана. Калькария карбоника там или еще что-нибудь. So if he has acute troubles, we can give bacillum or tuberculum. Если у него какие-нибудь острые жалобы там с, ну, с респираторными заболеваниями, тогда мы ему даем бациллином или туберкулином. They will not interfere. И они не будут мешать основному действию основного. After giving them, it acts better. И наоборот, так как это, ну, сильные антимиазматики, после того, как мы их даем, лучше будет действовать борис карбонин. I have a сифилином also. I have a Because depending upon the condition and the prognosis of the case. Ah, okay. No question. Либо сифилинума можем дать вместо туберкулинума или бациллинума. Сифилинум — это тоже антимиазматика, тоже назор. Глубокий препарат. Тоже может помочь действию основного препарата. So this is about something about imbecility. There are much, but вот this is an introduction. Немножечко разобрали про слабоумие. With this background, you can better understand when you study this. So tomorrow we will deal with other conditions. Завтра мы будем разбираться с другим концом. Thank you. Here a few minutes.
на несколько минут хочу дать комментарий. А, хочу кое-что добавить. In the course of treatment, во время лечения, whether it is chronic or acute case, будь то острый или хронический случай, always, of course, the basis to select the remedy is for basing on the totality of symptoms. Естественно, мы выбираем препарат на основе тотальности симптомов, совокупности симптомов. So we select the remedy basing on the totality of symptoms and similarity. So that is the basis always. На основе подобия мы выбираем препарат. And when we have selected the remedy and administered, выбрали правильный препарат, and administered the dose, и дали дозу, then we have to keep observing. Тогда мы должны продолжать наблюдение. The response. Наблюдать ответ, человека на лечение. Of course, the response may not be the same in every person. И ответ может быть не одинаковый у всех. Depends upon upon the constitution of the person. И он зависит от конституции человека. In some cases the response starts immediately. У некоторых ответ начинается сразу. In some cases the response may be gradual, a bit slow. У других проявляется постепенно. But that doesn't mean that when the case is in emergency condition, it does not mean that if this remedy selected is on this basis, then we should not be afraid that if it is slow, what will happen that when it is. Мы не должны беспокоиться, если ответ слишком медленный. And then, when we have administered that remedy. Когда мы назначили препарат. That remedy will complete, it acts, it completes, because when we have selected on the basis of similarity and totality of symptoms, so then it completes that situation, whether it is acute or chronic. А этот препарат долечит человека, независимо от того, острое это состояние или хроническое. But complete means it completes that extent that this remedy can complete that. Завершит, это значит, что завершит свое действие, как этот препарат. Sometimes this same remedy can completely clear it. Иногда один и тот же препарат может закончить лечение полностью. And sometimes, но иногда, this remedy can clear to a certain extent. Этот препарат может расчистить симптомы до какого-то уровня. Then, и потом, you can observe that ты можешь наблюдать, the symptoms, что симптомы have changed, немножко меняются. Therefore, either in acute or in chronic, during the treatment, будь то в хроническом состоянии или в you have to keep observing острым, whether the symptoms are the same continuing or the symptoms are changing. Нам нужно всегда отслеживать, те же симптомы продолжаются или симптом изменился. If a particular remedy which we have given has cleared to certain extent and then the symptoms have changed. Если у нас предыдущий препарат расчистил кейс до какого-то уровня, но потом симптомы изменились. And now from the totality of symptoms after changed symptoms, then if you find that it is showing similarity to another remedy. Если эти изменившиеся симптомы показывают на другой препарат. Then what we have to do? Change the medicine. Oh yeah. Should we have to wait, or shall we have to give only to the remedy because we have selected, or we have to apply the remedy which we is being indicated now? For sure, we have to change. Что мы должны делать?
Мы должны продолжать ждать, когда предыдущий препарат будет продолжать работать, или повторить тот препарат, несмотря на изменившиеся системы, или мы симптомы, или мы должны все-таки поменять препарат. Always we have to remember the basic principle. Мы всегда, чтобы ответить, должны помнить об основных принципах. That a remedy is indicated by the totality of symptoms of the patient. Мы должны всегда помнить, что любой препарат, он основывается на совокупности симптомов, которые показывает данный пациент. If we select a remedy, not considering the totality of symptoms, if we we select a remedy and give the remedy, and then when there is no much clear response, then give another remedy, because then this is a wrong thing. Если мы сами придумываем, что нужно, пора уже поменять препарат, что что-то он не очень там работает, но все симптомы остаются теми же, то это неправильный подход. Но если мы видим, что организм поменял симптомы, but when the symptoms are, because the symptoms are indicated by the constitution of the person. Потому что именно конституция симптомы эти она производит. И в ходе болезни могут поменяться совокупность симптомов. So therefore, because this is very clearly given in Kent by Hahnemann, also in Argonne, in the latter aphorisms, and Kent also very clearly explained this. Это очень хорошо объясняет и Ганиман, и Кент в своих писаниях. In the treatment part, whether it is acute or chronic. Как, что бы мы ни лечили, острое заболевание или хроническое заболевание, если у нас совокупность симптомов меняется, то мы меняем. Then you may ask that why the symptoms should change in the person. Тогда мы можем спросить, а почему эти симптомы поменялись-то? When you have gathered the symptoms, you have found the particular totality of the symptoms, and when you started the treatment, why should this? Почему они вообще должны поменяться? Потому что у нас же были определенные симптомы, мы назначили правильный препарат. Почему они поменялись? The symptoms shown from the constitution may change because of the miasm inside. Они могут поменяться из-за миазма, который находится в человеке. That is the main factor. И это один из основных факторов. Это основной фактор. So, in any way, when, that is why, from time to time, we have to keep observing the totality of symptoms, whether it is continuing the same totality. Поэтому время от времени, когда лечим, мы всегда должны смотреть, осталась ли совокупность симптомов та же, или она поменялась, и она подходит уже под другой препарат. Suppose, for example, a particular case, a patient, we have seen the symptoms clearly, totality of phosphorus. Например, у какого-то пациента все симптомы указывали на фосфор. And we have administered the dose. And мы назначили этот фосфор. And there is, и было хорошее улучшение. Да. It is showing improvement. И он показывал хорошее улучшение. Then, after, if it is an acute case, it may be after few days. If it is a chronic case, maybe few weeks or few months. И прошло несколько дней. Ну, или если мы говорим о хроническом состоянии, то это уже несколько месяцев даже может пройти. Then suppose. И потом, например. Then suppose you have seen that the symptoms are changed, and again you take all the totality of symptoms. И потом мы видим, что симптомы изменились, и мы снова берем всю тотальность симптомов. And suppose now you have these symptoms, which are indicating lycopodium, for example. И, например, мы видим симптомы, которые указывают на лейкоподиум, например. So then. Тогда. It is proper that because the constitution is showing the totality symptoms of lycopodium. Therefore, you have to give lycopodium. Человеку нужно дать лейкоподиум, потому что именно конституция изменила все симптомы и показывает теперь на лейкоподиум. This we have to make a discrimination. Мы должны это хорошо различать.
So this is when you find totality of symptoms. И когда мы находим совокупность симптомов. Then it means that. Это означает. The constitution of the person. Что конституция всех людей. Is indicating to us this change. Проявляется именно через эти изменения. And so, when you keep observing all this, applying this principle in several cases, then you can understand that in some cases there is no need. When we have given, for example, in some case you have given phosphorus, after some time, after few days or few weeks or few months, then maybe once again the same totality symptoms may appear. Then you have to give phosphorus only. Если мы видим, что симптомы не изменились, а остаются теми же самыми, то мы просто повторяем, допустим, мы дали фосфор, через какое-то время симптомы не изменились, мы даем тот же фосфор, мы просто его повторяем. But without this observation, но без оценки изменений, it is not good to repeat phosphorus, нехорошо повторять фосфор, or, если симптомы уже изменились. Or, it is also not proper when it is showing it has changed. It is also not proper to just keep on waiting without observing the other symptoms. То есть нам важно, самое важное здесь это отслеживать симптомы и отслеживать их изменения. So we should understand these principles which are explained. Мы должны очень хорошо понимать этот принцип. And according to these principles, we have to proceed. И в соответствии с этим принципом мы должны прописывать препарат. То есть пока симптомы не изменились, мы не меняем препарат. Если мы совокупность изменилась, мы меняем препарат. In very acute conditions, sometimes. Иногда в острых, очень острых случаях. Suppose there is a snake bite, for example. Например, укус змеи. So first, immediately when you have observed from the symptoms, then you have selected, you have given a dose of Ledampal. Мы даем в соответствии с симптомами Ledampal. But then there is an improvement, but after a very есть short time. Есть какое-то улучшение, но застряло. And again falling back. Снова человек плохо then себя чувствует. Then observe it. Then find total the symptoms are showing a different modality, different. И его совокупность симптомов изменилась. Then you may have to give another remedy. Тогда мы должны подобрать на основе этой изменившихся симптомов мы должны подобрать новый препарат. So like this we have to. Мы так должны лечить. Proceed in the treatment. Main thing is we should not keep any fixed ideas. We have to proceed. То есть у нас не должно быть каких-то фиксированных идей. We have to proceed. Что мы вот начали лечить и будем до конца жизни лечить. According to the principles explained. Потому что мы должны всегда опираться на принципы, которые объяснял Ганиман и Кент. This is most important. Это главное. Otherwise we get confused. Иначе мы запутаемся. And one thing more. Еще одно. When a remedy we have given, and then afterwards another remedy is indicated by symptoms. Например, мы дали один препарат, а потом другой препарат нам нужно дать, потому что изменились симптомы. Quite sure that most of the cases, the other remedy indicated will be having complementary relationship to this remedy. Мы должны всегда знать, чтобы следующий, мы должны это уже учить надо, чтобы следующий препарат был дополняющим к предыдущему. Never an inimical remedy will be indicated then. И очень важно знать все враждебные препараты, потому что следующий препарат не должен быть враждующим с предыдущим препаратом. So this we have нам давали таблицу враждующих препаратов, я даже могу ее где-нибудь найти и выложить. Давали раза три. So these are, I felt this is relevant to. И я хотел это вот вам уточнить. Васудева. Васудева.